Почти все нахлыстовики знают о незабываемой рыбалке на Кольском полуострове. Кто-то читал и смотрел про нее, кому-то рассказывали друзья, а кто-то и сам успел побывать в этом удивительном и волшебном крае. И безусловно, что многим из нас понятен факт, что для поимки ценного трофея зачастую приходится приложить немало усилий и терпения, преодолевая большие расстояния по труднопроходимой местности, сквозь заболоченную тундру, каменные завалы и высокие холмы. И сейчас мы идем на затерянное озеро, в котором обитает кумжа, одна из форм местной озерной форели, которую я буду ловить именно в этих условиях первый раз в своей жизни. Нам обещают там вот такую рыбу. В моей практике это будет первая озерная рыбалка по кумже. До этого я ее ловил только в протоках и реках Кольского полуострова. Действительно, дорога к заветному озеру очень непростая. Приходится часто просто останавливаться, чтобы перевести дыхание. Надеюсь, мы будем вознаграждены хорошим уловом за наши труды и старания. Почти вся дорога в гору. Неужели эта рыба того стоит? Такого подъема, такого выкладывания. Ух ты! Ничего себе! Если мне кто-нибудь скажет когда-нибудь, ты знаешь, как должен выглядеть край света? Я скажу, что вот именно так. Наконец-то наша цель достигнута. Мы оказались на небольшом тундровом озере, которое раскинулось между красивых сопок. Но наслаждаться его красотой пришлось недолго. Холодный морской ветер напомнил нам, что мы на крайнем севере. Слушай, однако дует ветер сильный. Похоже, с моря тянет, да? Ну, от облака, видишь, низкая область идет. Ага. С моря идет вверх. Знаешь, я, пожалуй, не буду рисковать здоровьем, я одену курточку. Что-то мне кажется, что сейчас может пойти дождь. Размеры озера нельзя назвать большими. Очень многие тундровые озера выглядят примерно так же. Единственная рыба, которая обитает в этом озере, это озерная форель кумжа. Хотя в некоторых тундровых озерах можно встретить и хариуса, и гольца, и сига. Говорят, вся рыба у ямы. А яма находится чуть правее. Так что пойду к ней. Оказавшись впервые на водоеме подобного типа, очень важно осмотреться и постараться понять, где может находиться рыба. И если я еще пока воспринимаю водоем как ровную гладь, мой напарник, имеющий опыт ловли в этих местах, уже начал ловить. Да, это первая моя форель в этом озере, эндемик. Оп, есть. Какая же она красивая. Да, я такой красоты еще не видел форели. Это озеро закрытого типа, в него не втекают ручьи, не вытекает ничего. Эта озерная форель отличается от своих собратьев, которые живут в реках и в других озерах, которые, соответственно, соединены между собой различными протоками. То есть здесь живет своя популяция, эндемик браун-траута. То есть рыба здесь и живет, и не рестится. То есть у нее полностью цикл замкнут на этом озере. Рыба здесь не крупная, но она имеет такую расцветку, которых я еще не встречал на Кольском. То есть она вся в точках. Я не знаю, нету свободного места, чтобы не было каких-то точек, то есть пигмента этого. Красивейшая рыба. Ловить ее очень сложно, потому что рыба очень сильно зависит от различных факторов погоды. То есть давление, температуры. Озеро небольшое, но в нем есть несколько глубоких мест, где форели благополучно зимуют. То есть озеро не промерзает до дна, и здесь встречаются рыбы максимум до 1,5 килограмм весом. Активность форели зависит от многих факторов. Если погода меняется, форель очень сильно на это реагирует и порой перестает вообще выходить на мелкие участки, близко к берегу и кормиться. Сегодня, когда мы выдвинулись в это озеро, еще светило солнце, но поменялся ветер на северный из моря, сразу же на сопки натащило низкую облачность и дует действительно ледяной ветер. Вода в озере, по сути, теплая, в районе там 16 градусов, но ветер ледяной, озноб и рыбы вообще практически вдоль берега нет. Рыба не показывается на поверхности. Я перебрал уже кучу мушек и стримеры, и сухие, что только не пробовал. Нимфы рыбы вообще не берет. То есть периодически случаются поклевки, то есть она бьет муху, но нет никакой реакции. Но сейчас на поверхностную муху, на бороздящую, то есть вот клюнула эта мелкая рыбка. Это первая рыба моя в этом озере, и я себе поставил галочку по ловле озерной форели. Красивейшая рыбка. Понять, где находится рыба, не так-то просто.
В любом случае необходимо облавливать места с торчащими из воды валунами. Участки, где на дне просматриваются темные пятна, это, скорее всего, ямы и углубления, а также затопленные у берега кусты. Рыба может питаться насекомыми, которые падают в воду с веток этих растений. Шел я что-то, шел по берегу, не дошел до ямы, облюбовал вот этот камень, решил половить около него. Сразу за камнем виден свал, темное пятно такое, явно ямка. Возможно, в ней стоит та рыба, за которой я сюда пришел, именно кумжа. Так, что-то нет поклевок. Есть у меня тут с собой прихвачена специальная коробочка с мушками для московских платников. Есть там пара штучек очень интересных мушек, которые меня выручали уже во многих местах и на многих водоемах. Думаю, может быть, они и здесь очень неплохо отработают. Так, вот они, все мои пушистые. Это очень известная мокрая мушка, называется она Peter Roots. Хорошо работает на стоячих водоемах. Хотя не знаю, может быть, ее, конечно, автор создавал для водоемов с течением. Но на озерной рыбалке она очень часто меня выручала. Я эту мушку вяжу немножко не по правилам. Вместо бледного хвостика, который вяжется из пера золотого фазана, я вяжу яркий красный синтетический хвостик. На мой взгляд, она становится намного привлекательней. Шнур цепляется за ветки. Потом спущусь на камень пониже. Думаю, что там будет кидать намного комфортней. Немаловажен и выбор уловистой приманки. Тут мнения рыболовов могут сильно расходиться из-за пристрастия и опыта каждого. Но тем и интересна рыбалка с напарником, что вдвоем мы можем быстрее подобрать уловистую мушку. Сейчас я ловлю на поверхностную мушку, которая бороздит. То есть она оставляет на поверхности воды усы. Здесь участок, я бы сказал, с тихой водой. И форели хорошо выходят на эту мушку. У меня уже было несколько сходов. Такую мушку я бы отнес к активным приманкам, то есть к поиску активной рыбы. Удобно облавливать большие акватории. То есть рыба видит ее издалека, эту муху, и выходит за ней. Потому что ловля на стримеры, либо нимфы, как правильно, локальная. То есть у рыбы ограничен обзор. А на поверхностные мушки, на бороздящие мушки, рыба видит их издалека. И, как правило, выходит сразу же за несколько метров за ними. Я сейчас место облавливаю сухой мушкой, потом меняю ее на нимфу и после облавливаю это место уже стримерами в нижних слоях воды. На нимфы поклевки есть, но слабые, то есть рыба просто как-то их толкает, бьет и все, но не берет. А на стримеры, то есть уже такие более агрессивные поклевки, но очень много сходов, потому что рыба мелкая была. Сейчас вечер, я думаю, ближе уже к сумеркам начнется выход рыбы. Будем ждать этого времени. Пока не получается найти активную рыбу. Поклевки, пощипывание мушки и не более. Поэтому потихоньку начинаю облавливать водоем по кругу, двигаясь по направлению самого глубокого места на озере. Что-то не клюет. Попробую поменять опять место. Пойду все-таки дойду до этой ямы, погляжу, что там. Может быть, действительно рыба сейчас сконцентрировалась в яме, потому что затянуло небо. Такой вот хмурый, который явно несет с моря, чувствуется, подул северный ветер. Может быть, кумже это не очень нравится, и поэтому она ушла на более глубокие места. Сейчас попробую половить там, если не получится, то пойду дальше. Когда рыбачишь на Кольском полуострове, то тебя всегда сопровождают маленькие радости в виде даров матушки природы. Вот и сейчас, подыскивая очередное место, я набрел на поляну морожки. А это непередаваемого вкуса ягода, которую я не могу пройти просто так. Такое сумасшедшее количество морожки, что просто можно даже не ужинать. Фантастика. Но надо идти ловить рыбу.
Положительные моменты нужно стараться искать во всем. И хотя я еще не обрыбился, удовольствие уже получено. Ну а пока я бродил по берегу и наслаждался дарами природы, мой друг в очередной раз был вознагражден за проявленное упорство. Да-да-да. Так, тут очередной браун. Да, это форель покрупнее уже. Озерник. Рыба уже устала. Так, есть. Очередная форель, это уже покрупнее. Да, озерные брауны просто восхищают. Такая окраска, золотая вся, в точках. Настоящий леопард. Взял мушку. То есть сейчас рыбы берут скейтер, то есть муху бороздящую по поверхности воды. Вот сейчас я покажу. Вот такой красивый браун. Рыбы худые, но вообще расцветка, конечно, у них просто завораживает. Золотые брауны. Я еще такого цвета не видел у форели здешних. Предыдущую рыбу я поймал, она вообще была вся в точках. То есть на ней не было ни одного свободного места для другого цвета. Просто точка на точке. Это такая же. Ловля форелей в закрытых озерах не всегда простое занятие, потому как если в озерах есть какие-то протоки, либо впадающие ручьи, рыбу проще найти, потому что подходишь к тем местам, где втекают, либо вытекают ручьи, начинаешь ловить, и рыба все равно в этом месте всегда присутствует, она приходит в то или иное время для того, чтобы кормиться в этом месте, либо просто постоять на быстрой воде. Но в закрытых озерах все происходит гораздо сложнее, здесь нет никаких ручьев, и порой приходится обходить все озеро по кругу и искать рыбу, где же она находится. Сначала мы были в южной части этого небольшого озера, и там дует ветер, рыба мелкая, ловить сложно, и рыбы практически нет. Двинулись мы на другую часть, то есть в северную часть этого озера. Здесь безветренно, потому что за нами стоит холм, и он защищает нас от ветра. И рыба выходит замечательно на сухую мушку, то есть она показывается на поверхности воды. И ловля сама приятная, и рыбы гораздо крупнее здесь ловятся. Поэтому вот всегда ловля в закрытых озерах, она специфическая и интересная. Ну что, уплывай. Красивый браун. Пусть плывет домой, не рестится, дальше готовится. Давай, давай. Да. Красивая рыба. Да, рыба покрупнее. Я думаю, здесь сейчас попозже могут выйти более крупные особи, потому что я уверен, что здесь они есть. Мне не раз приходилось ловить в водоемах без течения абсолютно разную рыбу и форель в том числе. И касаемо форели накопился довольно большой объем знаний и наблюдений. Поэтому, оказавшись здесь, на этом озере, мне в первую очередь хотелось проверить, насколько мой опыт и знания будут полезны для применения их в данных условиях и каков будет результат. У прудовой форели есть зависимость. Если ветер дует в определенную сторону, то, как правило, вся прудовая форель концентрируется именно в той части водоема, куда дует ветер. Наверное, связано это с тем, что весь какой-то мусор, корм, все это сдувает именно в эту часть водоема, и она туда подходит кормиться. Вот я сейчас стою на озере, и ветер дует как раз-таки вот в этот угол. Вот мне очень интересно понять, есть ли у кумжи такая же зависимость. Может быть, я сейчас даже выбрал очень удачную точку для ловли. И все, что нужно, только техника и поймать ее. Оп, была поклевка. Под самым берегом. Интересно, она вышла с середины ямы или стоит здесь, вдоль берега. Сейчас здесь очень большой свал, его видно. На дне лежат валуны, и прямо вот сразу за валунами очень большая глубина. Возможно, рыба находится именно там, на этом свале. Стоит где-то под камнями. И проплывающая над головой мушка у нее вызывает интерес. Попробую сделать все то же самое. Хотя, как показывает практика, очень редко получается сделать то же самое. Поиск рыбы в водоемах без течения – дело непростое. Приходится выполнять множество забросов, экспериментировать со скоростью проводки, то и дело менять мушки и просто много ходить по берегу в поиске рыбы. А дело все в том, что озерную рыбу не так просто найти. Нет привычного, как на реке, течения, из воды практически не торчат камни и коряги, разве что в паре мест. Да и рыба ведет себя по-другому. В поисках корма форель перемещается вдоль берега, то периодически уходя в глубину, то
что возвращаясь на мелководные части озера, которые могут находиться в его разных частях. Опять нет поклевок, иду дальше. Рыба на поверхности вообще никак себя не проявляет. Искать сложно, рыбу приходится облавливать каждую точку, то есть перемещаясь по берегу. Сделать несколько забросов в одном месте, перейдешь в другом месте, облавливаешь. То есть, в принципе, ну, это стандартная ловля, но было бы, конечно, приятнее видеть рыбу, где она показывается, и по ее выходам можно было бы судить о размере рыбы и работать по конкретной рыбе. При ловле в стоячей воде необходимо постоянно анимировать приманку. Это можно не делать только тогда, когда рыболов ловит на сухую мушку и требуется неподвижное ее положение на воде, или когда рыболов использует ветер и создаваемую им волну. В этом случае получается эффект течения. В остальных случаях создавать движение приманки необходимо, а также постоянно менять ее скорость. Вываживание озерной рыбы, той же кумжи, может происходить по-разному, и в основном это зависит от кондиции рыбы и ее размеров. Что положительно сказывается во время вываживания, так это то, что у рыбы нет возможности использовать вспомогательные условия, скажем, такие как течение. Поэтому кумжи используют только свои силы. Есть. А, сошла. Да, рыба стоит далеко, я видел, что в этом месте она прыгала. Зашел, здесь мелководный участок, от берега можно далеко зайти. Нашел удобный валун, встал на него, и вот выполняют дальние забросы. Есть еще одна. Сидит. Да, только муха приводнилась, сразу начал выполнять стрип и села. И это снова форель, потому что в этом мелком озере только форель. Никакой другой рыбы нет. Эндемик. Несмотря на то, что рыба не крупная, но она упирается, бегает. Да, нет течения в стоячем озере, но носится. Взяла мелкую нимфу. Нимфа Фазантейл с оранжевым тораксом. Вообще не сдается. Да, такая, думаю, в районе 400 грамм, рыба не больше. Давай, давай, форелька, подходи. Не вижу, где ты. Оп, да, по дну ползает. Пытается залезть в камни, мечется, да, в камни, хочет в щель заскочить в какую-то. Давай. Оп, ай, промазал. Да что ж такое? Залезает в камни. Не стал выматывать шнур. Есть, да, лежит на сетке. Да, это рыба другой окраски уже. Класс. Да, эта форель имеет такую, я бы сказал, серебристую окраску, потому как она стоит в глубине и стоит в средних слоях воды. То есть она держится по центру озера и потихонечку курсирует вдоль краев озера и кормится. Те форели, которые стоят ближе к берегу, у камней на мелководье, они имеют золотую окраску, такую ближе к коричневой. Оп, рыба уже отвалилась от нимфы, то есть брала нимфу за самый край, крючок безбородый, и муха уже вывалилась из пасти. Вот такая форелька. Все, рыба освободилась от крючка. Будем отпускать ее. Рыбы прогонистые, то есть такие не сбитые, а длинные все. Давай. Да, ушла. Да, все рыбы разные по цвету. Те, которые стоят в толще воды и держатся в центре озера, они имеют такую, я бы сказал, серебристую окраску для этого места. Не чистое серебро, конечно, как ситрауты, но ближе к такому вот естественному сочетанию серебра с какими-то серыми тонами. А те рыбы, которые стоят вдоль берега, они другой краски, они коричневые. Потом продолжим ловлю, сейчас буквально еще, наверное, минут 20-30 и будем уходить. Я мелкая форель взяла на нимфу, то есть я обловил это место сухой мушкой. Рыба перестала выходить на поверхность, я поставил нимфу и около берега мелкая форель схватила нимфу. Форель была аж такого черного цвета, смоляного. То есть стоит где-то там в щелях, в камнях на глубине. Так веерообразно буду облавливать эту точку.
Если всегда нужно плавлять веерообразно, не стоит в одну точку выполнять несколько забросов. Лучше веером обловить, там, сделать 10 забросов, поменять мушку, то есть обловить сухой мушкой, сменить муху, поставить нимфу, также веером обловить это место и после снять нимфу, поставить стример и сделать ту же самую процедуру. И все будет ясно по, сразу же по наличию рыбы, есть ли рыба в этом месте. Потому что на какую-то из трех этих приманок рыба все равно должна взять. Сейчас я видел вдали, показалась рыба у поверхности воды. То есть были круги на поверхности, то есть рыба съела какое-то насекомое. Надеюсь, что ближе к сумеркам рыба активизируется и будет более активно брать мухи, придет в береговую зону, потому как озерные форели всегда стоят в самых глубоких местах, по центру озера, либо в определенных его краях. Но так как мы не знаем рельеф дна, и поэтому приходится облавливать все озеро по окружности, и неизвестно, где стоит рыба, где эти глубокие места, и поэтому лучше ловить в тихих местах на мелководье, где много корма. И рыба всегда сюда приходит в течение дня, в какое-то время, для того, чтобы питаться. Один раз рыбка выскочила из-под камушка, дернула мушку, и все, больше не хочет. Попробую еще раз поменять муху. Ну, уже как бы понятно предпочтение рыбы, то, что ей нравятся цвета, которые я выбрал для мушки. Сейчас попробую поэкспериментировать, предложить ей другие расцветки. Может быть, это сработает лучше. Это еще одна форелевая муха. Кажется, у нее название Минолюр. Такая, скажем, в темных, таких приглушенных тонах, оливкового оттенка. И яркий элемент у нее служит как точка атаки, вот такой подгрузочный шарик. Плюс еще несколько полосочек флеша добавляют такой визуальный эффект, привлекающий рыбу. Здесь ямка, поэтому эта мушка будет идти немножко глубже. Что только не сделаешь для того, чтобы соблазнить рыбу. И мухи меняешь, и скорость проводки, и угол подачи приманки, глубину проводки, а ей все нипочем. Выскочила из-под камня, прижала муху, и все, больше не поклевки. Поставлю такую нимфу фазантейл с оранжевым тораксом. Эта муха хорошо работает в такой воде, в коричневатой. И особенно форели Кольского полуострова очень любят фазантейлов. Я всегда применяю раполовскую петлю для нимф, потому что сейчас я ловлю, ну, стрипом в проводку, и муха должна активно дергаться. Такая петля позволяет более подвижно фиксировать мушку на леске. Такая петля позволяет более активно шевелиться приманки во время проводки. Я часто использую этот узел для ловли на нимфы и стримеры. Да, вот еще одна форель того же самого фазантейла с оранжевым тораксом на быстром коротком стрипе. Ох ты, прыгун! Красиво. Рыба темная, то есть она стоит в щелях между камней, скорее всего, на дне здесь. Все форели пытаются залезть в камни, то есть борются у дна, пытаются всякие щели забираться. Несмотря на то, что рыба не гигантского размера в этом озере, потому что озеро, в принципе, маленькое, и нету каких-то там глубин больше 10 метров в нем, рыбы не крупные. И несмотря на то, что они не крупные, они очень сильные. Да, не крупная форелька. Есть. Да, такая желтая. Красивая рыба. Ловля форели, особенно браун-траута, всегда азартное такое занятие. Я бы сказал, ловля браунов схожа чем-то с охотой. То есть постоянно их наблюдаешь за ними, где они кормятся, куда они выходят, подбираешь нужные мушки и выжидаешь их времени активного питание, когда рыба подходит в береговую зону, начинает питаться с поверхностями различными насекомыми. Но сейчас температура сильно изменилась, дует холодный северный ветер, небо закрыто полностью плотной такой облачностью, низкой облачностью, сразу же потемнело, и разница температуры очень ощутима. Вода теплая, на поверхности очень холодно, то есть зябко, озноб такой.
на сегодня достаточно. И рыба видно, что она неактивна. Я приду сюда в следующий раз, когда будет более хорошая погода, и буду наслаждаться ловлей этих браунов. Так что я думаю, эта форель на сегодня была заключительная. Если что, вернемся сюда чуть позже. Что ж, итог сегодняшней вылазки за кумжей был вполне прогнозируемым. Опыт ловли в подобных условиях помог моему другу. Но и мне не хотелось завершать день с нереализованными поклевками. К тому же место, которое я выбрал, практически в сумерках, давало мне надежду на поимку кумжа. Я был уверен, что обязательно поймаю. Поклевки продолжаются. Несмотря на то, что уже темнеет, чувствуется, что рыба вышла на охоту. Прищипывает муху. Чувствуется, идет за ней. И вот в сгущающихся сумерках долгожданная поклевка. Вот она, моя награда за упорство и стойкость. Не самая большая кумжа в моей рыболовной практике, но первая пойманная в озере. Уже в самых сумерках удалось ее соблазнить. Небольшая. Постараюсь не мучить ее. По-быстрому отпустить. О, какая красивая. Просто очень красивая рыба. Иди сюда, иди. Опа. Вот такая вот небольшого размера кумжечка. Взяла на нимфу уже в самых сумерках. Поведение рыбы уже очень сильно поменялось, потому что вначале была масса поклевок таких пустых. Рыба дергала различные мушки. Я пробовал и мокрые, и поверхностные, скейтеры гонял. То есть перепробовал и классические какие-то фантазийные мушки, которые я использую на платных прудах. Вот. То есть масса цветовых гамм, и вот только-только вот нимфой удалось ее соблазнить. На самом деле рыба небольшая, но очень бойкая. Поклевка была мощная. Но это отличительная черта кумжа, даже небольшого размера кумжа. Очень сильно хватает мушку. Зачастую при поклевке просто загибает удилище в дугу. И иногда кажется, что села очень крупная рыба, а на самом деле это всего лишь небольшая кумжа. Пусть плывет, живет, приносит радость рыболовам. Не подтвердилось мое предположение о том, что рыба соберется там, где дует ветер. Наоборот, она встала вся на тихом участке. Ее здесь большое количество. Ну, клюет достаточно избранно. То есть капризничает по приманке. Тем не менее, удалось поймать.